Центральной площадкой проведения субботника в Ленинском городском округе стала набережная Тарычевского пруда. На уборку вышли сотрудники администрации, работники городских служб, местные жители. Активное участие приняли члены и сторонники отделения «Единой России» и «Молодой гвардии» в рамках партийного проекта «Чистая страна». У нас апрель – это вообще месяц чистоты, месяц благоустройства. И все наши службы, управляющие компании, МБУ наши, они прикладывали все усилия для того, чтобы убрать территорию. И вот то, что мы сегодня видим здесь, на берегу Тарычевского пруда, в зеленых аллеях, оно, в общем-то, радует уже глаз. Также глава округа представил собравшимся проект реконструкции данной территории, реализация которого начнется уже в этом году. Здесь будет набережная, здесь будут места для отдыха, для прогулок. Более того, пруд должен быть почищен. И вот мы так для себя видим, что, возможно, даже какими-то породами рыб мы его запустим. Используя предоставленный инвентарь, участники субботника собрали в мешки большое количество прошлогодней листвы, сухих веток и бытового мусора. Хорошая весенняя погода способствовала уборке. Прекрасно, что все собрались и дружным коллективом, да, все бюджетные учреждения, казенные учреждения, все с хорошим настроением. И мне, как жителю зеленых аллей, очень приятно, что здесь наконец-таки станет чисто. Убираемся активно. Мусор здесь практически собрали по кучкам, по пакетам. Все участвуем, все при деле. Хотелось бы, чтобы здесь было чисто. Мы здесь проводим много времени. Во время мероприятия волонтеры рассказали трудящимся об областном голосовании за объекты благоустройства. Территорию, которая наберет наибольшее количество голосов, облагородят в следующем году. Отдать свой голос можно было прямо на месте. Вот так частями, я думаю, что создать уют, создать какую-то такую невероятную атмосферу, показать свою любовь – это задача каждого жителя. Субботним утром в порядок приводили разные общественные пространства муниципалитета. Преобразилась после зимы и набережная реки Купеленко. Здесь убирались местные жители совместно с городскими службами. Убираем листву, бумажки, пластик, ну все, что есть, вся грязь, стекло. Всего с 16 площадок округа было вывезено свыше 200 кубов мусора. В субботнике на территории муниципалитета приняли участие более 1500 человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.